Пятница 13. Многих людей пугают эти сочетания. Черная кошка, женщина с пустым ведром. А какие приметы знают ставропольцы и в какие суеверия верят? Сейчас узнаем. А черная кошка перебежала дорогу перед экзаменом. Это значит, что ой, стоит ждать плохой оценки. Нет, в суеверия не верю. Ну, я, например, перед экзаменом выглядываю в окно и кричу: «Халява, приди!» А ты? Ну, я актриса, и когда я роняю сценарий, то я сажусь на него. Еще когда экзамен сдавал, считал, что надо закрыть глаза и вытягивать так. Или ты же в ад, или в рай. Ну, это 100%, потому что это Бог так сказал. Нельзя смотреться в разбитое зеркальце. Абсолютно ли в эту субботу будет день Перуна, и... По космическому календарю будет очень большая гроза, Вася. Брала 13 место всегда. Экзамены мне 13 чаще всего. Я 13 число воспринимаю хорошо. И даже в Бога не верю.